Привет, привет, мои дорогие, как у вас дела? Так, все время рабалар, my dear, hello. How are you? Так, все эти видео были в тех видео, где было без звука просто. И сейчас я записываю заново. Залила, в общем, шоколад желтый с Украины. Вот. И она получилась такая густая-пригустая. И я решила прям густую поесть вместе с нашими орешками песчанка и уральские чипсы, да? Вот, а здесь мелкая песчаночка есть, ну и также пыль какая-то вот ихняя всякая. Ну, в общем, вкусно это будет, я думаю. Так, сейчас Маша сядет поудобней и начнет свою процедуру. Я думаю, что звук есть такая. Так, телорам. Украинники сары. Кремамыз, хэм да бурда песчанка, бурда Урал. Наверное, посмакуем, да, как говорится. Так вкусно.
слишком суховатый. Ну что, мои дорогие, я наелась, просто объелась. Шоколад с орешками был очень вкусный. Маша прям вся такая белая стала, ротик весь как не знаю что. Было вкусно, так вчера, когда чуть-чуть завели, мог ты сейчас. I dare thank you. Увидимся в следующем видео. Пока-пока, бай-бай. Let's check out.